спецбизнес-клуб от компании Ford Service. Спасибо, Иван. Сегодня мы попадаем на вечеринку топ-100 лучших паркетных компаний России. Пойдемте посмотрим, что там происходит. Денис Иванов нас встречает. Дорогой, это наш топ-менеджер от компании Ford Service. Пригласил нас на вечеринку, и мы пойдем с удовольствием в гости. Компания «Паркетный двор Москва», Андрей Майоров. Первую пачку продал, это мой компаньон Виталий Соборов и Олег Гордиенко. Они с нами здесь за столом. Еще веселее! Красота! Смотри, это Роман Абаларов. Компания он сам разбудил. Один человек поднялся и сделал себе салон. Иванов, блядь, я с тобой в пиджачке хочу вдвоем сфотографироваться. А, что с этими двумя официантами? На свое место, пожалуйста, потому что у нас начинаются танцы, а без тебя не начинают. Да нет, еще не гони. Сейчас со всеми красивыми людьми сфотались, а потом, блин, будут танцы. Иди, сервис, фоткайся. Я за танцами не опоздаю. На вечеринке Ford Service мы встретили уже второе поколение компании «Ровный пол», а теперь уже как называется? Теперь уже называется «Пропаркет». «Пропаркет», «Тюмень». Это сын Дмитрия Гольцева, все уже, блин, движется вперед, и теперь ребята развиваются, я вообще в шоке. Я надеюсь, что мои сыновья, 4 сына тоже подрастут и помогут мне развивать мою компанию. Ну, расскажи о себе немного. Так, что ты рассказываешь? С батей сразу с детства помогать, трудиться. Молодец, блин. Вот, только вперед. Полы, пробка, все полностью, ковролин. Вон. Это, ребята, самая крупная сетка. Паркетчик самый лучший был, но тем не менее. Мне без вариантов было. По-любому надо было. Красота, я рад. Рад с тобой знакомиться. Спасибо большое, взаимно. Крутяк. Давай. Привет. Паркетные блогеры, начинающие и продолжающие, на Floor Service Club приехали. Раскачаем эту вечеринку. Ну что, Роман пополам, паркетный двор. Встретились на бизнес-клуб Floor Service. 100 лучших компаний напольных покрытий здесь собрались. Да, масштаб прям. Масштаб супер, движуха, вечеринка офигенная. Здесь собрались самые лучшие продавцы и производители напольных покрытий в деревянных историях, в SPC, ламинате. Блин. И мы сегодня встретились с Романом, обмениваемся опытом. Давай за Floor Service. Давай выпьем за Floor Service. Конечно. Красавец. Оля, Жека, вы красавцы. Ну присоединяйся к нам. Видосик, да, попади к нам в видосик. Еще один суперблогер из Казани. Да, тот тоже часто попадается на Ютубе. Роман пополам. Роман. Да, Андрей, паркетный двор. Ренат, Артмол, Казань, Челны. Вот так вот. Все крутые люди здесь. Поэтому Ford Service всех объединяет. Все профессионалы, кто любит работать с классной маржинальностью, с классным продуктом или с офигенным сервисом, все работают с Ford Service. Такая реклама. Банда. Да. Ну а что нет? Ну что, погнали бухать? Конечно. Самая крутейшая компания напольных покрытий в виде ламината и кварцвинила – это MyStep, MyFloor, MyStep, Кронопол. А Румс не забыли? И эти два немца у нас на прилавках. Крутяк.